Вы официально работаете? Нет, не работаю. 25 лет не работаю. То не я. На что живете? Думаю, не напрасно, значит, я женился, правильно? Вам рассказать заново, как я этот мост обошел? Да. Я обошел, а остались на мосту одни мои следы. Я подошел из трех вот этих будочек, там еще автобус поломанный я нашел, в нем пусто был. Я его обошел, потом пошел к этому. Ну я безработный, я могу еще раз сказать. За нифига делать, пошел к этой будочке, где сидели, выпивали пиво, три охранника. Я говорю, ребята, вокруг вашего моста одни мои следы. Получается, я заминировал, вы тут пиво пьете. Я бы сейчас с вами, вот тут вот, вот вы пишете, да? Я бы с вами сейчас не сидел, если бы не выпал снег. Ребята, все виноват снег. По мои следы остаются. Я... Нет, вы сделали ложное заявление о заминировании моста. Слушай, ну я похож на идиота. Ответьте мне на мой простой вопрос. С какой целью вы подошли к охранникам и сказали, что вы заминировали мост в трех местах? Цель, значит, была не моя, а меня высадил водитель автобуса на мосту. Еще раз повторяю, мне он нафиг, ваш мост не нужен. Я не мостовик, любитель. Если вы хотите меня сделать. Владимир. Течение обстоятельств сложилось. Я иду. Там ремонт автобуса, я не знаю, сломался он или что там. Вокруг него обошел. Пошел дальше. Ищу людей, просто пообщаться. Иду по мосту, одни мои следы остаются. И вижу эти три человека, пьют пиво. Я говорю, ребята, получается, вы гуляете, а я это самое. Сколько вы выпили водки? Ну не больше, чем ваши охранники там втроем. Я спрашиваю, ответьте, пожалуйста, сколько вы выпили водки? По 100 я нормально. 200 грамм водки вы выпили? Финка, она ее много пить не надо. Вы какие-нибудь препараты медицинские сегодня употребляли? Из-за того, что у меня свитер дырявый, да? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы сегодня употребляли какие-нибудь медицинские препараты? Я вообще не пью даже анальгин и вот эти черные таблетки от желудка. Я не употребляю.